Последний раз новые машины скорой помощи на автобазе медицинского транспорта принимались 7 лет назад. И водители, и экипажи врачей заждались обновления. Эти 6 новых автомобилей выйдут на линию уже 21 апреля, после того, как будут оснащены медицинским оборудованием. Год выпуска 2013. Нам удалось приобрести эти автомобили по 815 тысяч рублей при первоначальной заявленной стоимости там около миллиона. И вместо 5 запланированных автомобилей приобрели 6. При закупке «Газели» выбрали не случайно. По словам директора парка, таким образом получится унифицировать автобазу и снизить затраты на обслуживание. Официальный срок службы автомобиля 5 лет, но в ремонтной базе его готовы продлить. Скорой тоже бывает нужна помощь. Всего в автопарке работает 57 автомобилей и почти 200 водителей. Перед каждым рейсом машина ожидает тотальная проверка. Нельзя допустить, чтобы скорая сломалась по дороге на вызов. Работа, в принципе, сложная, но очень интересная. Приходится иногда спасать жизнь людям, быстро среагировать, доставить врачей, оказать помощь. Многое зависит. Но приходится выискивать наиболее кратчайшие и безопасные пути. Ну, иногда не пропускают, но дороги всякое бывает. Общая стоимость новых автомобилей почти 6 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета. Федеральные стандарты оказания медицинской помощи постоянно повышаются, и скорая помощь не имеет права от них отставать. Возможность обновления парка сейчас для того, чтобы не было проблем доезда из-за технического состояния, весьма актуальна. И те проблемы, которые у нас пациенты видят и чувствуют на себе, мы, конечно же, должны решать. И это первая ласточка в решении этой задачи. В бюджетах и следующих лет, а может быть даже в этом году, мы вместе с исполнительной властью, с Министерством здравоохранения области, изыщем средства для покупки еще автомобилей для исполнения данной задачи. Марина Евстрасия, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».